Да ты чё? Ага. Поэтому и скидка, да? Ага. Офигеть. Так, это не наша телега. Ой, я получу, если что-нибудь не так пойдет. Капец, там что-то уже рвется у нас. Рвется. Когда голодный, лучше в магазин не ходить. Всем привет. Привет. У нас вынужденная закупка. До Нового года осталось буквально пару дней. Вот, поэтому мы сейчас по дороге с работы домой заедем в Окей. И по списочку купим оставшиеся продукты. У нас уже были новогодние закупки. В принципе, многое уже есть. Много съели. Ну, многое уже из этого мы съели. Многое будет куплено повторно. То, что готовилось на Новый год. Ну, это нормальная тема. Сейчас уже, по идее, не должно быть съедено. За два дня не должны успеть. За два дня, только если выпито, да. Так что, если вы любите жанр закупки, давайте с нами, подписывайтесь. Ставьте жмите лайки. На колокольчик, ставьте лайки. Поехали. Это что, хлопушки? Ну, все-таки новогодняя тематика. Блин, почему-то все время хочется хлопушки брать. Ну, что-то... мы вроде купили хлопушки. 299, пистолет и три картриджа. Давай вот такие возьмем, какие-то ну, вот по акции. 149. А, да? Цена указана без учета скидки, то есть они, получается, за 70 будут. Ну, давай две возьмем. Такие. Давай две возьмем, блин. Или вот такие вот, если какие-то герои. Ну, давай. Давай, вот герои в масках. Или вот одну можно взять, это... Пони. Пони. Да, мне кажется, Вики больше маски, чем маска? Пони. Ага, мне кажется, она пони не смотрит. Там Маша и Медведь. Ну, ладно. Давай возьмем Машу и Медведь одну. За колбасой? Пойдем. Есть какая-то прям тонюсенькая? Что-то тут какие-то толстые висят. Нам... Ну вот это, конечно, вот. Совсем тонюсенькая. Нам для праздничной пиццы. Да, ну это, наверное, совсем тоненькая. Тоненькая. Вот это может быть, сколько она стоит? Такие шарики, она правда не круглая. Ну может просто вот охотничьи колбаски. Ну кстати да, а почему нет? И все. И все, мы их нарежем, и они будут у нас шариками на елочке. Да, скоро снимем. Скоро будет. Возможно, закупка выйдет после. Да-да-да, скоро будет праздничная пицца, да? Да. Сливочная. Какую возьмем? Да, вот какой-нибудь чекамилк там. Упаковка красивая. Нет, Семёнишна. Нашей сибирской родной. Что-то не видать, да? Есть. Есть? Давай Семёнишну. А, Простоквашино. Ну, кстати, внизу он со скидкой 30%. Семёнишна? Не, Простоквашино. Ну, такое бери. До 31 декабря. Да ты чё? Ага. Поэтому и скидка, да? Ага. Офигеть. Не-не-не, не надо. Она вся, она вся такая? Ага. Ну, походу, её продают, потому что она... Видишь, прям на них наклеили отдельный ага. ценник. Надо их слить. Поэтому может. Берем такое. Давай, блин, нормально. Так, что, голени не возьмем? Давай голени возьмем. И крылья, да? Или голени чистые? Да давай чисто голени. Так, голени. Если вот такие тоненькие, эти вот такие побольше. Давай побольше. Да. Помесистей. Пойдем филе поищем. Так, так вот филе. Ну, давай филе без костей. Филе, вот, ага. За 309. 334, 319. Ну, наверное, самое дешевое. Ну, да. А, вон индейка. А вот индейка, смотри. Индейка, он со скидкой 359. Ну, ну, то индейка, а это курица. Ну, и так. А, ну давай, вот это вон еще дешевле. И он до какого? Ну, посмотри дату. Годен до 30. Понятно. А этот изготовлен 24 декабря только. А это до какого годен? Это 23-го. Да? Сколько они так мало есть? А чё, почему он так давно? Сегодня код 26-е? Ну. Не, ну нормально, мы же его морозилку. Это он, наверное, в таком состоянии, мы же его заморозим.
нашла перчатку? Да. Давай перчатку. Так, сейчас, давай я пакетик возьму. Не сама. Твёрденько. Нормально вроде, да? Для салатика. Ну, грязнючая такая. Нам маленько надо, да? Твои, наверное, привезут? Ну. Ну все, маленько тогда, хватит. Что хочешь взять? Яблоко. Ну, где-то симпатичное. Ну. Килограмм 79, ну суть не дорогу 79. 269. Ничего не сильно отличается. Весна. Выглядит адекватно. Ну. Пахнет? Не пахнет. Ну поди нормальный. А где у него номер? А вот, наверное, 73, да? Ну я думаю, да. Ну взвесим, увидим. Вот этот вот, мне кажется, тоже нормальный. Еще один. Да ты так на стол хочешь? Или в подарок? Я и в подарок думала. Иди вот этот взвешивай, если он так стоит, тогда мы еще возьмем. Давай. О, без скидки 99 идет. Так, ну у меня, смотри, у меня два подарка фруктовых. Себе будем на стол брать? Давай себе еще один возьмем. Давай тогда три ананаса. Три возьмем ананас. Давай. Нормальный, нет? Ну, кстати, может, просто спелый. Да? Ну, да, нормально, мне кажется. Лимончик возьми. Давай. Какие огромные. Один? Ну, зачем? Ну, такой, не очень. И одного. Так, что-то 40. 40. Сильнее дает. Так, это не наша телега. Да? Почему я ее катаю? Вали. Авокадо, 59 за штука. Это нормально. Сколько это? У нас она 70 где-то бывает, вывешивал. Мягкие нет. Может, даже тогда бутербродики на Новый год с авокадо еще. С авокадо? Как думаешь? Или то у нас есть, хватит одного. Да хватит, много не надо. Вроде то со скидки, да? Давай возьмем парочку, что им будет в холодильнике. Возьмем. Давай. Какой у них номер? Какая красота. Да, вообще, еще бы она вкусная была. Ну да. Это второй вопрос. А тут смотри какая. Да ягоды вообще. Корзинка. Вот да и летом надо ягоды дорогие, есть. Осенью. Всегда голубика такая. Ну, 99 рублей. Так, авокадо. Ну, номерочек. Как-то поштучно как-то вот. И чё? И чё? Ну, наверное, они сами там у себя отметят. Ну ладно, не отметят, значит, не возьмём. Я маленькая брала, если она поштучно. Надо было большое брать. Таня, большие нашла. Они, конечно, не мягкие. Эти не мягкие? Да ничего, у нас мягкие есть дома. Доспеют за два дня. Их в тепле полежат. Чё, такой? Давай. Ну, смотри, здоровенные какие. Да нормально они все, что любой бери. Ну все это да, тучи такие маленькие. Ага. 31. Ну из фруктов, наверное, все у нас. Ну да.
ну как вы тут без меня с бананами поживаете? К нам, говорит, подъезжай. Зелень возьмем. Давай. Да. Почем это? Руккола 179. Ну, кстати, дешевле. Давай возьмем пачку рукколы. Съедим сегодня или завтра. Салатик. Ну. Что маленьких, нету уксусов. Ну да, что. Сок лайма. Угу. Ну, наверное, весь здесь уксус. Вот этот сколько вот такие? Вот ну. 16. Главное, чтобы он, наверное, не яблочный был, потому что яблочный он такой, помнишь, он вонючий. Ну а где обычный уксус? Не знаю, больше не производит, наверное. Такой взять. Ну такой возьми. Ну, обычный уксус. Ну да. С запахом уксуса должен быть. У нас там как-то прав. Так, ну надо для нас пиццы. Есть травы. Есть прованские? У нас есть травы. Прованские. Да. Ну какие-то, смотри, какие-то. Мне. Прованские, по-моему. По-моему. Да нормальные травы. Травка есть. Ну пошли тогда. Так это что, больше ничего не надо нам? Да, что тебе надо? Так, для плова есть, для барбекю у нас есть. Возьмем, наверное, для курицы можно что-то взять. Ну давай для курицы возьмем. Для рыбы может еще взять. Есть у нас для рыбы? Для рыбы есть, она начатая. Рыбу запекать же. Угу. Давай на всякий случай я возьму. Ой, у нас такая большая пачка этих трав. Ладно. Ой, я получу, если что-нибудь не так пойдет. Длинные багеты будем брать или я вот думаю, может, два такие маленьких, да, взять? Такие? Или вот такие? Ну это подойдет с каким-то сырным. Ага. Ну давай такие возьмем. Ну такие, мне кажется, брать будет все. Такие два возьмем. Ну. Заморозим. Ну. Орехи. Сок. Яйца. Кстати, орехи обычно где-то возле конфет у них. Давай. О, пряничный домик. Цена 457. Ну, нифига себе, целая композиция. Здесь все прикольно так. Ага. Там он еще что-то есть. А там то же самое, да? Ну, маленько по-другому, тут с пряничками. Ага. Нету ценника, да? Ценника в этом нет. Ну, симпатичные подарочки. Дешевле за место фруктовой корзины купить вот такую корзину. Ну, вот ее довезти еще как-то ну, надо. Ну да, это вот. Не разломать. Ну ладно, пойдем. Может, по эклерчику? Я не хочу сладкого. Я вот лучше бы сосиску взяла. Давай по сосиске, может. Сосиска с нами. Как, а ты их не завязал? Нет. Ну вот орехи. Какие возьмем? Грецкие? Ну, мне кажется, надо немного грецкого. Ну, может, чуть-чуть грецкого. Ну, совсем помаленьку всяких взять, если у них цена разная, да? Да. Давай, открывай его. Вот так вот взять. Грецкий. Угу. Это к сырной тарелке. Ой, можно мне вот за отдельным заказом соленый арахис? Так, давай грецкий держи. Да, это к сырной тарелке. Мы купили в прошлый раз. Классный. Что мы купили? Сыр. Да, всяких разных сыров набрали. Это мне. Это не то, товарищи. На вечер. Так, а их взвешивать надо? Да, их взвешивать надо. Ну, сейчас разберемся. Так, ведь главное, чтобы их не потерять там. Капец, там что-то уже рвется у нас. Рвется? Вот это вот прилипло к арахису. Давай арахис еще в один пакет. Там ананас к нему прилип, наклейка, и он рваться начал. Ну, давай аккуратно, пока не посыпались. Все, спасли. Что, кэш еще маленько? Кэш еще. Давай я наберу. О, какой совок. Ага, да, у самых дорогих орехов. Так, ты куда столько-то? Давай поскромнее. Вот столько хватит к сыру. Давай чуть-чуть. Да ты что? Так, там какой-то орешек красивый.
большая эта лопата, не знаю, что ее надо грести бездумно. Так, давай взвесим. Давай. Так, давай, Вот орешки кэшью. На сколько он? На 180. Уже я до грифти собралась лопатой. Ну, сейчас мой вывесит. Так, где твой орех? Арахис. 131. Ну вот, там зато пакет. Ну, нормально. Фистики. Ладно, давай пока без фистика. Ладно, фистики нам не нужны пока нам. Так, поехали дальше. Расфасованные нету. Давай попросим наложить. Так, какую возьмем? Да маленькую давай возьмем. Только корейскую возьмем, больше ничего корейскую брать не будем. Ну если хочешь что-то. Я вот фунчозы поел. Ну давай. Маленькую того и маленькую всего, да? Ну, фунчозы, кстати, дороже. Может корейскую поешь? Ну фунчозы вот совсем маленькая вот. Можно нам корейской вот такую и фунчозы вот с такой? С чем? А ну вот такую. Да. Да хватит. Мне маленько. Много. Что-то как-то нарезано, нифига не это. Как-то аккуратнее обычно. Так пошли, да? Ну что? Ну попробуем. Что обычно всегда тут нормально было. Может так кажется. Я уже вон ту хочу, и ту. Я короче просто есть хочу. Ну, сейчас уже. Когда голодный, лучше в магазин не ходить. Надо было поесть перед магазином. Грибочки. Угу. Сколько стоит? Закуска из древесных грибов. Шампиньоны по-корейски. Спасибо. Надо было в пакетик поставить. Пакетик. Вон пакетики. А то прольется нас. Давай в два пакетика. Возьми еще один. В смысле, в один поставить? Ну да. Двойной сделал. Я думал по отдельности, ну ладно. Твой способ тоже. Так, ну не завязывай, а то их потом не пропикают нам. Поехали. Вот. Идет уверенным шагом по магазину. Вот яйца. Давай два десятка. Да, ну, сейчас какой-то салатик захочется, еще что-то. Давай, давай. Просто пожарить яйцо дома сейчас. Пообедать надо. Целый? Сомнение. Ну, там что-то сомнение. Давай другое. Замерзло, назад одевается. Ты какой хочешь сок? Яблочный. Все. Яблоко, по-моему, с той стороны яблоко. Давай. Где это придумаешь? Ну, вот, есть добрый апельсиновый. Дальше уже. 73. Добрый. 97. А, ну это видимо по акции будет. Ну. Это одинаковый стоит. Ну, да, ну бери там, где ценник другой. Так, один апельсин. Угу. Пойдем. Так мы сразу на Новый год будем сок брать? Конечно. Но у нас же предновогодняя закупка. Точнее, новогодняя. Новогодняя уже. Через 3 дня Новый год. Да. Так, яблочки, яблочки. Придонья нету? Придонья вот и 45. О, бери побольше. Давай 2 возьму. Да бери 4. Ну так гости будут, знаешь, сейчас этот сок пойдет. Я еще одну возьму. Помогу тебе донести.
человек за кадром. На сушеную рыбку поглядываешь. Соломку. На соломку. Так ее ж просто так не едят. Понятно, да. Кальмарчики. Угу. Это мясо вяленое, да? А, нет, рыба сушеная. Что за рыба? Кальмар сушеный со вкусом мяса краба. Вообще, кальмар со вкусом мяса краба. Очень странно. Да суши, может, что-то? Я вот тоже думаю, может, добрать... Ну, что-то со скидкой бы что-нибудь было? Такие суши, давай смотри со скидкой. Должно же что-то быть. Вот смотри, семга. 399. Амора. 300 грамм. Амора. Кусок здоровенный. Такая. Да, ну, точно 300 грамм. Посмотри на упаковке, а то какой-нибудь не ту схватишь. Масса нету, 300 грамм. Ну, все. Ну, дешевле, мне кажется, нет. Ну так вот это еще и съемка. В прошлый раз мы форель брали, а еще вот форель за 199 есть вообще. 200 грамм. Ну, такой кусочки такие не очень. Да, с них нарезать будет неудобно. Жирные. Угу. Не, нам с пряностями не надо никакими. Ну все, тогда это самый оптимальный вариант. Ну да. Предлагаю взять. Ну да, у него. И сделать суши. Суши сделаем. Либо на Новый год, либо после Нового года накрутим. 89 рублей. Ну, чуть дешево. Сколько у него годность? Может, две взять? Да, у него там 12 год. Месяцев. Давай две возьмем. Давай две возьмем, но все равно брать. Ну, а ты пиццу вместо йогурта покупать? Давай. Какой-то ягодный десерт. Давай. Давай два возьмем. Давай два возьмем, потому что мы дадим Вике, Макс начнет орать. Да-да-да. А это не молоко, овсяный, ванильный десерт. Ну, давай вот с этого начнем. Давай. Больше ничего нету. Большой так-то. Ну да. Нам никому больше. Ну мы вроде упаковали, да, все. Я тоже думаю, сейчас. Сейчас ничего себе, всякие даже коробочки продаются. Да. Такие. Да. Да, шампусика, если говорится. Бутылочница. Интересно. Ну да. Женщина громчина, сорет, нас, наверное, не слышно будет. Женщина старая. Да, реклама прет. Да-да-да. Да, почему, может, слушают. Я вот услышал, что там что-то на какие-то купоны собирать, наклейки. Это что такое? Шарик. Шарик. Ну-ка, только гели где-то надо взять. Я буду вебкой. Вообще не хочу, отвечаю. Ужас, да? Лучше снегурочкой какой-нибудь миленькой или еще что-нибудь такое. Вообще не хочу, чтобы страшно было. Я привык уже, что красивенькая, и мне вот эта страшнота вообще не катит. Ну-ка. Такси, да? Такси, да. Ну давай, сколько мы там с тобой сегодня? Ну я начну с хорошего, со скидочки. У нас скидка только 936 рублей. Ну по да, карте. Это по карте, окей. Очень удобно. Так, а 3800 это... Это без скидки, уже там 4 чем-то было изначально. Да, да, ну вот без... это уже... Ну то есть мы отдали. Мы заплатили 3800, что-то с 50. 3800. Ну нормально. Тысяча, считай, еще сэкономили. Так, ну, это вот у нас это... докупили новогоднее, так сказать. Угу. А еще купили, сейчас, короче, быстренько съедим. А еще кто-то купил отдельно... Хочет стать миллиардером. Да, купил лотерейку, миллиард. В общем, следите за нашим влогом, видите, как мы миллиардерами становимся после Нового года розыгрыш. Сейчас едим. Сейчас едим по сосиски в тесте, потому что мы не успеваем. Ну все, ладно, всем пока-пока. Всем удачных покупок. Оставайтесь с нами. Скоро Новый год. Подписывайтесь. С наступающим Новым годом.